Что у нас по собакам? У меня 450 собак в приюте. Отловлено по графику, по кормили, просто заседание. 21 стерилизована. Отпущено, к сожалению, чуть меньше. Ну как, не сожалению. Потому что есть много укусов, за это не отпускаем пока. Оставляем на территории пока. Будем постепенно представить. Андрей, мне нужно предложение о том, что мы можем сделать. Собак в городе увеличивается. Причем увеличивается масштабно и заметно. Нам нужны предложения. Гуманные, сразу говорю. Гуманные. Я уже устал, не знаю, говорить, что мы должны сделать для того, чтобы увеличить количество стерилизаций. Если нужны люди, давайте будем людей себе искать. Людей и больше стерилизовать. Ну, так делаем что? Контакт с клиниками. Не только мы стерилизуем, а в клиниках тоже. Ну, хорошо. И у нас по-любому выходит 4, максимум 5 собак в день. Ну, и что это? 5 клиники, имеешь 20 людей. Это ни о чем. Это ни о чем. Да, в конце концов, с братушанским техником, что нельзя заключить контракт, чтобы они здесь были у вас, как эти, на... Разговаривали, у них нет студентов. Ну как нет? Я там был недавно, там куча детей. Есть, но именно те, которые выпускники, все проезжали, все как-то вот. Я хотел оттуда взять 2 человека, нет? Нет, так на практику. На практике были? И так пусть они здесь постоянно были. Ехали за границу, они все работали. Они собрали 12 лет. Хорошо, я жду предложений. От советников я уже увидел предложения. На улице бегают все предложения. Я хочу видеть от вас предложения. Хорошо.